«Жұлдызай» басталғанда 2000 жылдан бастадық. Это вот конечная 9-го автобуса, вот осы Астанада. Есть «Бөбек» деген детский дом, вот именно для маленьких детей. Судан бастағамыз. Возле работы это практически вот было, да, вот как раз у нас там находился офис. И мы увидели о том, что вот, вот маленькие дети, «Бөбектің балалары» деп, и туда пошли посмотреть и как бы вот предложили свою помощь. Тогда нам определили, они сказали, нам нужны памперсы, там, ну, такое как бы по мелочи. И мы тогда начали помогать. И какое-то определенное время мы ходили, где-то вот, ну, месяца 3-4, наверное, так. И потом, где-то в летнее время мы с Анарой вдвоем, скажем так, шли пешком, келе жатқанда, сол жақтан, и увидели за забором какие-то дети. Играют дети. Что за дети? Ну, это не детский сад, не похоже на детский сад, какое-то заведение. И мы просто его обошли и зашли, и мы попали тогда, и мы первый раз тогда узнали о том, что есть такое психоневрологическое заведение. Это в основном вот дети вышли с ограниченными возможностями, скажем так, особые детки. И при первом вопросе, что бы вы хотели, вот так мы хотели бы помогать. У нас тогда там, скажем, был бюджет всего. По тем временам, в 2000 году, это 15 тысяч тенге. Как бы это было много или мало, скажем. Для нас это была такая сумма. Мы просто для себя определили, что мы можем как бы на такую сумму пока помогать. И одно из таких вот предложений было, что вот как дети справляют свои дни рождения, потому что родителей нету. Баллар топ-топмен бөлінген, бір топтың баласын туған күні болса, соған бір топтың ойыншығын алады да, сол топқа апарады сол балаға. Екінші айда басқа балам болса, сол ойыншықтарды алып, басқа топқа апарады деген. Тогда мы предложили, давайте мы сделаем вот именно этот проект «День именинника». Дети просили куклы, машинки. И первое вот это наш день рождения. И мы когда пришли туда с подарками, и дети организовали нам концерт. И мы тогда были очень сильно удивлены, что вот дети, они действительно, да, казалось бы, там, есть какие-то свои особые потребности, но они поют, танцуют. И нам это интересно стало, и мы стали ходить каждый месяц. И дети нас уже ждали, и мы вот уже к этим деткам привыкли. И поэтому, наверное, скорее всего, идея произошла и от этого, и пошла, что вот мы выбрали именно помогать именно особенным детям, так скажем. В 2004 году уже мы официально зарегистрировали свой именно корпоративный фонд. В 2005 году мы сделали первый региональный фестиваль. У нас участвовало 76 детей. Первый фестиваль, он проходил у нас во дворце «Жастар», и вот участники были, вот, были эти дети, вот тоже с этого дома, детского дома, скажем так. Первый год, и тогда мы действительно поняли о том, что есть, что эти дети и поют, и танцуют. Видишь, там высоко, в небе падает звезда, ты желание успей загадать. Оно исполнится, верь, и начнутся чудеса. Имя той звезды Жұлдызай. Первое время, конечно, для нас это был шок. Ну, например, говорим о том, что мы, если честно, не видели никогда таких детей в таком количестве. Вот мы все-таки выбрали, что это звезда, что пусть это будет маленькая звезда, и что это можно перерасти, скажем так.